Всем привет, Балашиха, Московская область, улица Карпушева, дом 11, вот он домик, кирпичный дом с лоджиями. В общем, из достопримечательностей района здесь, значит, два детских сада, метрах в 100 отсюда, гимназия, школа, университет аграрный. Значит, на автобусе до станции электрички Балашихи ехать полчаса от дома. До станции метро Новогиреево на автобусе 50 минут ехать. Ну, на Воксинометро тоже 50 минут подходит автобусы, маршрутки. Восьмой этаж. Забыл сказать. Дом КАДа 8,5 километров. В машине без пробок 12 минут. По пробкам сами знаете. Слегка ошибся. Наш 9 этаж. Что, нормально? Что-то сгорело. Планировка здесь хорошая. Две комнаты. Получается, хоть квартира небольшая, 44,5 метра. Но две изолированные комнаты. Это что? Это бывший шкаф. Две изолированные комнаты, значит, вот они так выглядят. Так, здесь светло. Получается юг, юго-запад. Из окна вид вообще крутой, кстати. Так. На кухню здесь выделено 10 метров. Здесь просто вот эту стену сломали. Получается. 10 метров должно быть здесь. Ну, по плану, по крайней мере. И лоджия большая. Вот лоджия. Стадион. Квартира хорошая. Ну, убитая, конечно, но как бы здесь не видно, ну видно чуть. Ванны нет. Убитая, но это даже плюс. Потому что если про ремонт говорить, но здесь 44,5 метра, у меня есть товарищ, он, в общем, делает ремонты, ну, на самом деле, хорошо делает. 15 тысяч метров, это с отделочными материалами, то есть подчистовую. Приходишь, матрас кидаешь, как бы, и живешь. То есть это все вообще-то. Ну, только, ну, мебель останется поставить, кухню. 15 тысяч метров. Я посчитал, 675 тысяч надо сюда, чтобы сделать под ключ. На секундочку. В общем, я уже сказал, Балашиха, Карбышева, 11, 9 этаж, кирпичный дом, 44,5 метра, две комнаты изолированные, туалет совмещенный, но можно тоже, наверное, разделить. Кухня 10 метров, комнаты, что-то я не помню, сколько комнаты, ну ладно, лоджия большая, метров 6, в общем, звоните, пишите, пока. Это вид из окна из большой комнаты. Да, забыл сказать, магазин есть, аптека есть тоже, в трех шагах.